поприветствуем всех наших братьев, сестер, а также вас, те, кто получили этот линк и зашли по приглашению, миром Господа Иисуса. Мы, верующие христианской церкви Маранафы, и это служение, это пятничное служение, это служение, которое посвящено семье, когда мы молимся за наши семьи. Я приглашаю вас склонить ваши колени. Давайте помолимся. Если вы присоединились к нам впервые, если захотите, то склонитесь вместе с нами на ваши колени. Мы взываем к Тебе, Господь, о силе, которая в крови Господа Иисуса. Мы просим у Тебя прощения, просим Тебя, обнови наше общение с Тобой, Господь, и чтобы все действия этого служения были во славу имени Твоего, Господь. Посети каждый дом, каждое сердце, принеси благословение из вечности. Мы молимся к Тебе, просим этого имя Господа Иисуса. Аминь. Я приглашаю всех присесть, мы споем псалом. Это момент общения, близости с Господом. Пойте Господу. Преклоню колени и в молитве попрошу, Господь, обнови мое сердце, обнови, Господь. Я пред Тобою на коленях стою, чтобы прославить Тебя. Веди меня, Господь, Твоей любовью, мир и безопасность дай мне в Иисусе, моем Господе. Преклоню колени и к Тебе воззову, Господь. Прикоснись ко мне, прикоснись к моему сердцу. Я пред Тобою, чтобы поклониться и прославить Тебя. Веди меня, Господь, Твоей любовью, дай мне мир, дай мне безопасность в Тебе, Иисус Христос, мой Господь. Веди меня, Господь, Твоей любовью, мир и безопасность дай мне, Господь, в Иисусе Христе, моем Господе. Meu Senhor. Слава Иисусу, да будет прославлено имя Господне. Мы споем еще один псалом Господу, ибо это благо славить Господа, и псалом будет проецироваться, и вы можете, те, кто знает этот псалом, вы знаете этот псалом, пойте вместе с нами. О Спаситель, благодатный, приди и посети Твою Церковь. Без Твоей любви она погибнет и останется без сил, без жизни.
Оживи нас, дай жизнь вечную душе. Оживи нас, о Господь. Оживи нас, наши души оживи. Прославлено имя нашего Господа, как это чудесно ощущать Божье присутствие, ибо Господь, Он пребывает среди свалы своего народа, Ему вся слава, Ему вся хвала. Давайте споем еще один псалом. Тот самый Бог, что с детства меня хранил, Он живет нынче в сердце моем. И Его милость сопроводит каждый миг моей жизни земной. Ничего не боюсь. Иисус хранит меня. Pois Jesus me guardará. Ничего не боюсь. Иисус ведет меня. Pois Jesus me guiará. Он ведет меня к источнику жизни. В небесах Он сам встретит меня. Mesmo Deus que ontem de mim cuidou, vivo está hoje em meu viver. Misericórdias me seguirão.
Слава Иисусу! Прославлено имя Божие! Это чудесно славить Господа! Давайте прославим Господа! Господь, Он обитает среди хвалы Своего народа. В этот момент, этот особенный момент, и пред лицом проблем, через которые мы проходим, наши пастора, они скучают за своими стадами, и верующие также, они скучают за своими пасторами, поэтому мы послушаем пасторские послания. Пастор Роберт Ди Жезус Вьера Маркес из города Форталеза, штата Сеара. Возлюбленные братья пастора, мир Господа Иисуса. Я вызываю, я зову вас, уповая на Слово, в Псалме 118, стихе 63. Я товарищ всем тем, которые боятся Тебя и хранят Твои заповеди. Я великую тоской тоскую за вами и уверен, что все вы чувствуете тоже. Мы все далеки физически, но в единстве Духа мы великая семья Божия в этом служении, через испытания, через слезы, но также через победы, улыбки и поддержку нашего пастыря-начальника в этом месяце, в котором Господь позволил нам быть мотивом народа, молитв народа Божия. Наши сердца горят. Как чудесно быть в единстве с вами в молитве или в телефонных звонках. Есть, это приносит нам отдых и покой, и надежду, когда мы все снова будем вместе в церквях или в Манаимах, на собраниях региональных, или во время специальных служений, крещений, свадеб и вечери Господней. И мы ожидаем от Господа, когда мы вместе с Ним будем в небесном городе, но это уверенность, которая живет в нас, ибо вскоре мы будем все вместе. И не только в этом, но также радуемся и в испытаниях, зная, что испытания производят терпение производит опытность, и опытность надежду, ибо надежда не приносит смущения, но любовь Божия излила сердца наши Духом Святым, всем моим братьям, пасторам из города Сеара, из штата Сеара, из Бразилии и со всего мира. Посылаю вам братское объятие, мир Господа Иисуса. Давайте продолжим повиноваться руководством Господним. Молитесь постоянно, Фессалоникийцам 5:17. Давайте будем молиться друг за друга и помогать друг другу в любви, верности и заботиться о стаде, которая была доверена нам. Аминь. Слава Господу. Давайте мы продолжим наше служение. И в этот момент мы проведем 5 минут пред Господом в молитве. В этот момент вы сможете возложить и предать Господу, помолиться за вашу семью, за ваши проблемы, чаяния. И когда пастор Павел пишет послание к церкви филиппийцам, не заботьтесь ни о чем, но ваши молитвы и прошения представляйте Господу всякое время, и мир Божий, который превыше всякого разумения, соблюдет сердца ваши, помышления ваши, Господь Иисус. Давайте в этот момент возложим на Божий алтарь наши проблемы и то, что нас тревожит. Thank you.
Слава Господу, да будет прославлено имя Господне. Чудно молиться и говорить с Господом. Молитва, она приближает нас к Богу. Я хотела бы призвать тех, кто участвовал вместе с нами. Это служение для семьи. Но если вы в одни в данный момент, знаете, Господь, Он с вами, и наверняка Он уже приговорил к вашему сердцу. Я приглашаю вас. Давайте переживем еще одно чудное посещение Господне. Давайте возьмите свою Библию в руки, помолитесь Господу, попросите у Него слово из Библии, и мы будем проиграем псалом, и вы можете в этот момент открыть Слово Божие и прочитать стих, на который пойдут ваши глаза. Библия — это Слово Божие к человеку. Положите ваш палец там, где вы откроете. Это Слово от Господа для вашей жизни. Если вся семья будет все вместе, и нет Библии для каждого, и передайте Библию друг другу, и вы просите Господа, чтобы Он проговорил вам слово, и чтобы Господь даровал вам понимание, и Господь проговорит к вам через свое слово. Иисусу, да будет прославлено имя Божие. Мы помолились Господу, уже поговорили с Господом в молитве. Господь уже проговорил к нам через свое слово. И давайте теперь мы помолимся, завершив это служение прославления, когда Господь, Он присутствовал среди нас. Мы приглашаем вас, давайте встанем на наши ноги и помолимся Господу. Наш Господь и Бог, мы прославляем, мы благословляем Твое имя за каждое действие Твоего служения, за Твое слово, за Твое чудное присутствие среди нас. Мы просим Тебя, продолжай благословлять каждого из нас, каждого из тех, кто открыл свое сердце для того, чтобы услышать то, что Господь желает проговорить. Прими наше служение, нашу хвалу, нашу благодарность. Мы просим Тебя, Господь, Твоего благословения, и во имя Твое мы говорим, благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога и Отца, и общение, и утешение Святого Духа Божия, да будет со всеми нами, со всем народом Божьим, отныне и вовеки. Аминь. Наше служение закончилось. Мы хотели бы напомнить вам, тем, кто участвует впервые, особенности тех, кто проживает на территории Бразилии. Для всех, кто проживает на территории Бразилии, есть номер телефона,
по которым вы можете позвонить в любое время суток, 24 часа, 7 дней в неделю, пастора. Они ответят на ваш телефон. Если у вас есть сомнения, вы хотите получить молитву или какой-то совет, этот номер, он для тех, кто участвует впервые. Мы теперь хотели бы еще напомнить, что мы присутствуем также в социальных сетях, Instagram, Facebook, канал на YouTube, и каждый день мы проводим служение, и каждую пятницу в 21:09 часов вечера мы транслируем передачу «Провозглашая вечное Евангелие». Всем мир Господа Иисуса!